Всем привет, ребята! Сегодняшний ролик будет посвящен, что мы поиграем им за разных животных. В первую очередь мы поиграем за Гетти. Вот, картинка Гетти. Потом мы какого-то монстра. Потом тоже непонятного. И за бегемота. Первый у нас идет Гетти. Если ролика не хватит, перенесем на следующий ролик. На эти игры. Потом, Ну так, пусть будет. Так, первый я... У нас почему-то не загружается. О, все, загрузилось. Идемте. О. Вот я. Я со своими тугами. Вот мои чуваки. Где мои чуваки? Я со своими чуваками. Вы куда идете? Идемте за мной. За мной. О, все, идет за мной. Мы на никого не нарываемся. Сейчас мы ни на кого не разрываемся. Сколько вас? Я хочу найти какую людей. Вот. Откуда здесь крэп? Все, нарываемся на нее. Она сама на нас напала. Вы что на нее напали? Ну все, мы на... Минус наш один. Чего вы такие слабые? Хотя успею на один рулёк, по-любому. Да вы чё, новенького прилетели? Я сваливаю от неё. Я прыгаю и сваливаю. Я в воду. Она меня в воде не достанет, всё. Кто это там такой? На, я тебя ударил. Он носит мне вообще много. Все, я улетаю один. Мне надо, когда я буду прокачивать на них. На меня кто это? Медведь! Нет, медведь, я не хочу с тобой драться. Не. Вот, поля. Поля. Это люди? А, да, вот люди пошли, вам конец будет. Нет, я без команды не справлюсь. Где моя команда? Вот, один я родил его. Не надо на него нападать. Не надо. Я приму весь удар на меня, потому что я хочу, чтобы... Во, еще один бой. Все, убивай. Все. У меня мало хп осталось. Я могу себе что-то прикупить за денежки. У меня есть 50, я прокачиваю себе это. Все, мне больше ничего. У меня урон прокачался, да? Он выживает, нормально. Нет, на него не надо. Ты куда нападаешь? Идемте за мной, мы спрячем, сейчас что-то найдем. Вы посмотрите на эту... А я не могу наверх по камеру поднять. Ладно. Я побежал... Да куда вы за меня? Куда вы на меня? Почему вы именно на меня? Все, я готов. На. Давайте все втроем убиваем их. Нет, минус наш. Нас двое, а они двое тоже. Все, минус один. Ах, мой капец. Меня все. Все. Получается, когда я проигрываю, мои чуваки просто тоже убирают, да? Все, значит, я его их пап. Получается, они от нервов убиваются, да, значит. Ну и следующая игра у нас. Мы все время, когда будем умирать, будем переходить в следующую игру. Я снимаю уже 4 минуты, кстати. Так, стоп. Это такая же игра.
Только мы будем играть другого. Потому что там было ступка разных. Я выбрал вот этих. Ну, какой монстр попадел? Если я решил одного животного. Какой монстр попался, такого я и выбрал. Так, давай. Не хочу я ничего покупать. Во. Вот, я родился. Выпуск мой отличный. Да вы куда побежали? Вы зачем вы идете? Смотрите на него. Посмотрите. Я хочу, чтобы вы поставили лайк. Иначе я буду биться. Хаш. Вот так я буду ставить на лайки. Вот так буду подписываться. Все, пойдемте. Я хочу на людей напасть. Вот, вот, собачку. Кролика. Он слишком слаб для нас. Убиваем. Кролика. Я убиваю кролика. Все, убиваем кролика. Ну, я не такой. Ну, просто это монстр. Я монстр. И все, пошли. Пошли команда. Никуда вы идете? Осторожно, они могут напасть в любой момент. Каких-нибудь тигры или каких-нибудь... Идемте к мосту. Мы потом будем воевать, мы не деремся. Мы сейчас не дерем. Тихо, стоите. Вы видите этих монстров-ведов? Заходим в воду, чтобы они нас не заметили. В воду заходим, через мост перелетаем. Потому что они для нас еще вообще такие очень сильные. Хотя в не настоящей реальности вот эти монстры их вы отделали налегко. Мне кажется, что-то поранились хотя бы, что-то. Как-то вот так поранились. Вот наш мост. И сейчас вылезаем, мои ребятки. Вылезаем. Вот, смотрите, люди. Это кто? Это тот человек, который... Вы что, не можете залезть? Вы что, залезть? Я бы здесь... Все, начинаем, нападаем. Что? Нет, я сваливаю. Они моего там... Мой, побежали, я хочу, чтобы ты не умер. Не умирай, мой малыш, не умирай. Все, мы не нападем на них. Один уже у них. Блин, вдруг они нужны нам были, поэтому напали резко. Вот, значит, блин, надо спасать. Сейчас мы прокачаемся. Все, пойдем на этого бегемот. Давай на бегемота нападай. Давай, бегемот, давайте. Мы побеждаем бегемота. Мы слопаем сейчас его. Нет, сзади второй напал. Главное сейчас первого уничтожить. Если моего сейчас убьют, нас одного, двоих убьют. Посмотрите, я такой. У меня такие крылоки. Следующая игра. Так. Вот этот монстр у нас. Какой же он. У нас загружается. Все посмотрим, кто это у нас папочка. А кто это у нас не папочка. Все посмотрим. Какой монстр у нас. Я не увидела до конца. Картиночку. Посмотрите на этого чувака. У него селкри. У него такая рука, что заходит любых чуваков. Тогда он худенький. Посмотрите. Это в топор ему сделали? Это топор куда ему? Прям, как будто бы кинули ему прям в плечо. Прям кинули плечо. Почти попали в плечо. Вот сюда попали.
Вот смотрите, там люди есть. Мы не нападаем на них, мы ни на кого не нападаем. Мы нападаем именно на людей. Здесь люди есть? Кто-то? Потому что люди дают очень много. Люди можно... Хочу с ними подраться, люди. Это же люди. Люди. А вот здесь что это за чуваки? Кто это там такие? Кто-то там такой? Что это за пацаны? Идемте. Идемте ко мне. Идемте. Смотрите, готовы, мы сейчас на них нападем. Мы троем. Все, побежали. На них. На них. Вы что, бежите? Ай, вы что так больно бьете? Циклопы! Меня завалили. Вы куда, мои сыны? Вы предали папочку. Одного оставили. И дали папочку. Последняя игра у нас. Так. Бегемот. Я готов за бегемота играть. Сейчас я всех завалю бегемотом. Сейчас я всем завалю бегемот. Если бегемот огромный, меня никто не уничтожит. Если я великан сейчас бегемот. А я хочу режим костей попробовать. Режим костей она просто выкидывает, да? Режим костей. А просто кости нарисованные были. И я сказал, режим костей. Так, ну все, я заспалась. Посмотрите на мою огромную рожицу. Это моя рожица, не кого-то другого. Это моя именно рожица. А вот смотрите, я людей вижу. Сейчас мы их завалим. Ну все, вам конец, люди. Люди, вы куда побежали? У вас охранника нет. У вас охранника нет. Вы что, деретесь? Ай, люди, минус на совсем. Конечно, в этой сказке, конечно, в этой сказке чудес полным-полно. Потому что как люди побеждают их? Конечно, в этой сказке чудес полным-полно. За мной гонятся люди, капец, как было. Вот, вы специально, вот мы оставили. Смотрите, вон мои девочки. Вон мои девочки. На них хотят напасть. Вот мои девочки. Да блин, вы как меня заметили? Они лежат. Я хочу посмотреть на них. Я так их люблю. О, как вы меня бесите. Я вернусь туда с командой. Я вернусь туда с командой. Смотрите, вот сверху слева у меня написано... Ой, прочистка! Прочистка! Привет! Привет! Привет, мой прочистка! Ты куда пошел? Эй, ты куда? Ты мой! Вот, пошли, моя команда! Будем мстить за наших. Ну все, вам кавдилек, чао. People, people, cameras. Меня прикрывайте, пацаны мои. Вот, мы вестим. Стоп, я говорил, что я приду. Идемте, идемте, идемте. Посмотри за мной, за мной. За мной, за мной. Ты должен подлечиться. Все, пошли отсюда. Вы убили вот этих чуваков, да? Вот, убьем вот это, которое вообще защищаться не умеет.
Давайте, кусайте их, кусайте, кусайте до пла. Потому что вы убили мою семью. Я заспавнил новых. Корова. Сейчас я тебя убью. Коровка. Да, вот займитесь коровой. Коровой займитесь. Все, я беру. Это золото. Коровой займитесь. Вот та девочка, которая не убит. Кого? Не. Так где? Да ты меня уже начинаешь бесить со своим бегом. Все. Убита. Так, лежи. Вот последний чувак. Давайте. А я его один укусил. Пом. Ну что, со мной догонялки играть? Где ты? Да ты хватит с нами догонялки играть. Мне сейчас... Все, смотрите, ребятки. Вот там ихня... Где вы? Идемте ко мне! Ко мне! Там их главный босс. Босс их! Бам! Корова красная. Давайте убиваем красную корову. Красная корова. Мы должны тебя убить. Ну, все. Что-то я устал их убивать. Я прокачиваю силу. Я прокачался. Пошли следующую добычу добывать. За носорогов круто играть. Ой, какие носороги. Бегемотов круто играть. Вы уже смотрите. Это моя команда. Сзади моя команда. Никто нас не убьет. Ни один. Да. А где все циклопы? Я хочу с ними поговорить чуть-чуть. Угу. Хочу сначала с ним поговорить. Меня завалили, вы куда, мои чуваки? Ну все, ребята, на этом мы закончим наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Я вам забыл кое-что показать. Знаете что? Знаете, что я хотела бы показать? Я хотел бы показать, что мы в этой игре. Сейчас поиграем в ее. Все, вот столько будет у нас роликов. Понимаете, о чем я веду? Чтобы вы на меня подписывались. Сейчас пройдем все эти. Да мы разрушим. Первый. А если мы вообще сделаем салют? Вот как салют? Вот самое непривычное в этой игре, что салют разрушивает дома. Вот таким образом они просто ломаются. Ну, все, смотрите, я бомбу пустил. Бум-бум-бум-бум. Это просто черная карта. Не круто играть черной карте. Мы уже, считай, разрушили. Так. Не, слишком быстро разрушил.
Да что, Ритория тушке подарит, да? Секретов нет от маркиза Карамаса. Так. Сейчас, смотрите, я сейчас озвучу Годзиллу. Я сейчас ее вызвал, сейчас озвучу ее. Позвучил я Годзиллу. Вот что осталось от города от луча. Одно здание, смотрите, как что там в одном здании. Посмотрите, и просто смотрите, ураганище. Когда Годзилла ушла, она просто ураганище пошло. Весь мусор. Нет, все, мост пошел. Давайте мост. Мостик. Мостик. Все, вот, мостик. Сломал просто. Нет, хочу еще. Так. Да, я думала, что рекламы не будет. Я реально думала, что рекламы не будет. Вот сейчас. Я думала, рекламы не будет. Так, кого будем? Вот сейчас просто вот такой вот. Такой вот налет. Это из одного пушки можно так сделать? Я не верю, что... Это был один выстрел. И смотрите, что произошло. Как? Как? Это туда только полетели пули. Посмотри. Это мега-пули, я бы сказал. Так, так, что мы будем делать? Сейчас просто... Чего вы рушите? Сейчас просто высадим такой... Да блин, чего вы рушитесь? Все вам будет капец. Вижу просто... Ой, кляну, пеньки капают. Все. Это потому что вы рушитесь сами. Я бы потихоньку... Реклама, да, реклама. Так, а может быть в космосе потоп? С виду простой потоп пошел, все потоп. Это маленький такой потоп и цунами. Это такой маленький потопчик будет. И ветер начинает едмыть. Нифига себе весит, что может. А ракету он не отдувает. Значит, ракету он не отдувает. А землетрясение отдувает ракеты. Нет, я сейчас еще чуть-чуть водички добавлю. Все. Так. Ну все, я готов. Прием. Подоврите ракеты две. Хорошо. Поставили? Да. Ломайте. Сломалось? Да. Еще там что осталось? Подорвите. Все, сломалось. Так, аэропорт. Просто аэропорт. Если здесь аэропорт, просто мы сейчас, типа, вот, вы просто ваши друзья, просто вас, ваши друзья вас предали. Просто расстреляли вас из самолета, грузовики, все вас предали. Все летающее вас предало. Ну вот что осталось.
И еще осьминог огромный решил, что остальное он завершит. А машины еще едут, да, значит, здесь одну хотя бы половину выжившись, да? Не, а машины здесь едут, если вообще. И вот видите, какая-то машина взорвалась. О! Вот как вот такое, что здесь черви вылезут. А если вот, вот такое поставить? Как Годзилла ходит? Все, и догонялки устраиваем. А если мы сейчас видим червя? Я червя. Откуда ты вылез на минутку? Откуда ты вылез? Из той маленькой ямочки? Вы сейчас как ходить будете? Скажите. Вы как сейчас ходите? Понятно. Да все, ребята, на этом прекрасном моменте и смешном или крутом закончим наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!